Утренней зарядкой люберчане отметили День здорового образа жизни Подмосковья. Праздничный флешмоб провели в Центральном парке. Зарядка на свежем воздухе. Кажется, это то, что нам так давно было надо. Флешмоб за здоровый образ жизни стал первым спортивным событием после затянувшихся ограничений. Праздник собрал люберчан всех возрастов. В здоровом теле здоровый дух. И это реально оправдано по жизни, потому что при занятии спортом поднимается тонус организма. Что такое тонус? Тонус – это и иммунитет в том числе, да, который позволяет в нынешних реалиях, это очень даже актуально, противостоять любым инфекциям. Флешмоб в Центральном парке провели в честь Дня здорового образа жизни Подмосковья. Главные участники праздника – 30 юных спортсменов из Федерации чирлидинга и чирспорта России. Заряжала энергией спорта активных люберчан мастер спорта международного класса Рима Артемова. Очень важно вести здоровый образ жизни, потому что сейчас наше поколение должно оздоровляться, должно правильное питание обязательно, чтобы у ребят было. Ребята могут становиться более профессиональными спортсменами. И очень важно начинать именно в возрасте с 4 лет, чтобы потом в будущем стать профессиональным спортсменом. К масштабному физкульт-празднику присоединился глава округа. Вместе с однопартийцами «Единой России» он поучаствовал в веселой зарядке. Все, кто занимается спортом, особенно на природе, они укрепляют здоровье, укрепляют иммунитет. Поэтому я вам пожелаю здоровья и крепкого иммунитета. Ребята, люберцы, территория спорта. Округ по праву носит это звание. 110 тысяч жителей официально занимаются в спортивных секциях. А это каждый третий люберчанин. Анна Троян, Валерия Абсолямов, телеканал ЛРТ.